Друзья, приветствую всех! Сегодня я вам расскажу о таких вещах, без которых успех вообще невозможен. Вообще невозможен, это очень важно. Запомните на всю жизнь фразу, которую я вам сейчас скажу. Вы можете менять методы, но вы не должны менять принципы на пути к успеху. На пути к успеху вы можете менять методы, подходы, но вы не должны менять свои принципы. Принципы – это навсегда. Я просто недавно общался с одним человеком, и вот он сказал, у тебя есть какие-то определенные правила, которым ты всегда придерживаешься, просто всегда. И вот я начал ему рассказывать о своих правилах, и он мне сказал, это твои жизненные принципы. Ты добился успеха, потому что ты следуешь этим принципам. Ты всегда следуешь этим принципам. Мой самый главный принцип – постоянство усилий. Смотрите, например, отжимания, да, я каждый день отжимаюсь. Я могу заменить отжимания подтягиваниями, но я буду это делать каждый божий день. Вот мой принцип. Например, YouTube. Я могу менять контент, я могу выкладывать разные ролики, но я буду это делать постоянно. Принцип не меняется, подход, методы меняются. Я развиваюсь каждый день, каждый божий день. Я могу читать финансы, я могу читать мотивацию, я могу читать психологию, неважно что. Я могу развиваться в разных направлениях, но я буду это делать каждый божий день. Принцип не меняется. Что еще входит в постоянство усилий? Откладывание денег. Я всегда откладываю деньги. Неважно, сколько я зарабатываю. Я откладывал, когда я зарабатывал $300 в месяц. Я откладывал, когда я зарабатывал $50,000 в месяц. Неважно, сколько я зарабатываю. Неважно, с каких источников я зарабатываю. Я всегда буду откладывать деньги. Теперь финансовые принципы. Один из самых важных финансовых принципов – заплати сначала себе. Узнал я об этом принципе из книги Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Я всегда в первую очередь плачу себе. Пришли мне деньги, я заплатил себе, а потом уже идут расходы. Диверсификация. Неважно, с каких источников я получаю деньги, у меня жесткая диверсификация. Вы знаете, у меня есть капитал во всех классах активов. У меня есть капитал в недвижимости, у меня есть капитал в драгоценных металлах, у меня есть капитал в акциях, у меня есть капитал в валюте, у меня везде есть капитал. Диверсификация. Неважно, с каких источников вам приходят деньги, неважно, в каких финансовых проектах вы участвуете, всегда помните о диверсификации. Благодаря этому принципу у вас всегда будут деньги. Вы надежно защищены, неважно, что случится. Я никогда не ставлю все на кон. Никогда не ставлю. Да, кому-то может повезти, и он срубит миллионы долларов, если вложится всеми деньгами в один проект, но потом он также легко может и потерять эти деньги. Так же быстро он может и потерять эти деньги. Теперь жизненные принципы. Ответственность. Личная ответственность. Неважно, во что ты вляпался, во всем виноват только ты. Только ты во всем виноват. Не нужно никого винить, ни правительства, ни врагов, ни жизнь. Во всем виноват только ты. Ты несешь за все ответственность. Вот принцип. Железный принцип. И все, и жить станет проще. Ты не будешь никого винить, ты будешь спрашивать себя. Всегда спрашивайте себя. Почему я так живу? Потому что я сам до этого докатился. Все. Теперь мне самому с этого дерьма вылазить. Все, вот вам железный принцип. Также принцип позитива. Я не копаюсь в дерьме. Я концентрируюсь только на пользе. Только на пользе я стараюсь концентрироваться. Я не копаюсь в дерьме. Я никого не осуждаю. Я никого там не оскорбляю, не обвиняю, не разоблачаю, не участвую ни в каких конфликтах. Это все крадет мою энергию. Это все крадет мое время. Нахрена мне этим заниматься? Я буду концентрироваться на пользе, на позитиве. И так я становлюсь эффективнее остальных. Так я больше успеваю. Так я счастливее. Вы понимаете? Опять же, неважно, какие события происходят в твоей жизни, ты можешь заниматься разными вещами, но всегда концентрируйся только на пользе. Со всего старайся извлекать пользу. Все. Вот железный принцип. Еще один важный принцип – счастье с тобой. Счастье всегда с тобой. Оно всегда было с тобой, ты просто его не видел. Счастье всегда с тобой. Если вы хотите построить счастливые отношения, перестаньте искать счастье
везде и не видеть его у себя под носом. Перестаньте шляться. Я уже говорил, хочешь быть счастливым, перестань шляться. Я нашел свою женщину и ищу счастье в ней, а не вокруг. Тот, кто ищет счастье вокруг, никогда его не найдет. Счастье всегда с тобой, счастье в любимом человеке. Ищи его там. Вот такой вот принцип. Счастье всегда с тобой. И все, и ты будешь всегда счастливым. Всегда. И вот таких принципов у меня много. Это самые основные принципы. Знаете, я жил так и, ну, не осознавал. Потом мы начали это все разбирать. Там, почему у тебя счастливые отношения, почему у тебя там успешный бизнес. Вот почему. Потому что я следую своим принципам и никогда их не нарушаю, никогда, никогда не отступаю от своих принципов. И не обязательно иметь какие-то таланты, быть супер харизматичной там личностью. У меня этого всего не было. Просто нужно следовать правильным принципам и все. Я по знаку зодиака Овен, да? Я баран, я беру и делаю. Я знаю, да, что у меня нету связей, я знаю, что у меня нету там особого таланта, что я не могу там блистать и, не знаю, зарабатывать деньги крутым там вокалом или я не знаю чем. Или там своей внешностью, или что-то такое хайповое выпустить, чтобы оно взорвало. Нет, я такой харизмой не располагаю. Но я могу просто делать, 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 делать и не сдаваться. Да, это сложнее, да, это труднее. Но вы все равно можете добиться успеха. Все равно можете добиться успеха, не имея никаких особых талантов. Сейчас я уже владею определенными навыками. Я более-менее грамотно стал разговаривать. Раньше я не мог связать двух слов. Чтобы, ну вот, видите, в уровне линии... Боже. Но я снимал видео. Я снимал видео. Раньше я прятался с камерой, когда снимал влоги. Я всего стеснялся. Сейчас, конечно же, я уже увереннее себя чувствую. Ну, намного увереннее. Вот. И это все благодаря принципам. Благодаря принципам. Благодаря принципу постоянства усилий. Еще очень важный принцип... открытости и честности. Неважно, чем вы занимаетесь, всегда будьте открытыми и честными. Я вам уже говорил, что открытость и честность работают на меня, работают на мою репутацию. Вы знаете, чем я занимаюсь, вы знаете, на чем я зарабатываю. Я всегда советую людям те проекты, в которых участвую я сам. Если я протестировал что-то, если я там заработал, я могу об этом рассказать, но никогда я ничего не буду впаривать, никогда я ничего не буду рекламировать, если я сам не участвую в этом проекте. Вот мой принцип. И этот принцип работает на меня. Если у меня на брокере есть деньги, значит, я сам рискую, я несу ответственность. Я могу советовать это людям, потому что я сам этим пользуюсь. Если кто-то потеряет, я тоже потеряю, потому что у меня тоже там были деньги. Вот вам принцип в заработке денег. Личный пример. Всегда показывайте все на своем примере. На своем примере. Так будет больше доверия. Всегда будьте открытыми и честными со своими подписчиками, со своими клиентами. Неважно, в каком вы бизнесе. Вот золотой принцип. Короче, друзья, всегда следуйте своим жизненным принципам. В какие бы вы жизненные ситуации не попадали, в долгосрочной перспективе вы всегда выйдете победителем. В долгосрочной перспективе вы всегда будете счастливым человеком. Все. Точка. Желаю всем правильных жизненных принципов, любви, счастья, здоровья и богатства. Пока.